Да, в прошлом видео я обнаружил около Дибайна гигантскую армию. Ну, я не знаю, сколько их тут. Ну, я думаю, что я их не всех вижу, но я думаю, что здесь минимум 1000-1500, может даже и 2 человек. Ну ладно, я попробую их спровоцировать, поехать ограбить какую-нибудь ихнюю деревню, например, Митнут. Посмотреть, что из этого выйдет. Ну, я думаю, что они намереваются осаждать Шарис. Конечно, у них из этого ничего не выйдет, потому что все-таки в Шаризе гарнизон такой серьезный, что его так просто не взять. Попробую, не знаю. Не хотелось бы мне, конечно, эту армию, эту деревню грабить, потому что, ну, это будет моя деревня. Моя деревня будет в будущем. И опять исправлять с ней это самое отношение. Попробую все-таки их как-то отманить кого-нибудь из них. Попробовать. Не, они тупо грабят и все. Придется ждать, пока они грабят деревню. На, их тут много, много. Ага, о, хорошо. Они ограбили деревню, теперь, значит, разбегаются. Будут где-то что-то кого-то грабить, что-то они тут собираются делать. Они грабили уже все деревни. Сейчас посмотрим. Сейчас. Кто это у нас? Мандахалир поехал. Ну, дошвал попался. Да, Вен, приятно вас видеть. После того, как ты ограбил вегерскую деревню моей фракции, конечно, приятное отношение 30. Хорошо. Нуам как не соперник. Ну, не хочу я с ним наедине поговорить. Сейчас я просто с ним буду воевать. Мне посылают всю свою конницу. Верхом и стрелков тоже здесь верхом. Но тяжелые стрелки, наверное, будут за мной идти. Да, следуют, будут за мной следовать, потому что там у него наверняка будет пехота. Зачем им это самое преждевременно, типа, быть ранеными и все остальное? Пусть они постреляют там с горочки. Вот и сам дошел. Это мамилюки. Да, мне надо выставить лучников, а потом можно бросаться в битву. Значит, вот тут я поставлю лучников пока что. Куда-нибудь держать позицию. Пока. А сам поеду, побью их воинов. Изолит убил ярла. Изрядно изолит это сделал. Я своих лучников поставил тупо под пехоту. Ой, под спаун. Под респаун, наверное, поставил своих лучников. Это плохо, конечно. У них уделки с мечами, но. Неожиданно у Дашвала оказалось много этих самых конницы. Ну, я, в общем-то, не смотрел, сколько там у него конницы у Дашвала. Стреляют куда-то, как белый свет, как копеечку. Ну, что, очень много конницы. Фактически нету пехоты. А ну-ка, давайте-ка, девки, перебазируйтесь сюда. О, да, у него мало
Он где-то мне есть какая-то пехота, но у них достаточно много. Смотри, как они тоже с югом не пускают мою лошадь. Опять я их под респаун поставил. А, нет, это подбежал, короче. А, значит, сарнийская пехота и девочки тут. И, короче, Саманта уже переходит. 24 уровень. Кто-то еще там. А, не Саманта, это же всадница. Ну, Леди Тамара переходит на 6 уровень. Да, тут все хорошо. С сарнидами все замечательно. Давайте сюда. Какие-то морские налетчики тут у него. Или норды какие-то, непонятно, с топорами. Где он их набрал. Но вообще-то же они, по-моему, воевали с нордами, там и набрал. Все, победили. Да, победили мы, короче, до швала. Ага, ага. Убит один людолуб. Ну, неплохо, вообще-то. Так, до швал. Да, давай, иди гулять. Не хочу я сейчас их брать в плен, потому что, ну, мне это самое. Невыгодно мне. Потому что я все равно буду забирать их замки. И кто-то из них придет ко мне на поклон. Будет моим этим самым. Как его называют? Вассалом. Зачем же мне сейчас этого своего вассала, будущего, это, портить с ним отношения? Так, тут тяжелые метательные, тут сарнийская боевая лошадь, я не знаю. Ну, вот еще возьмем вот этот шлем сарнийской стражи с тюрбаном. Остальное все мы, короче, собрать на продажу. Все. Так, Элла. Элла, поговорим с Эллой. Элла, что ты там у нас о своих навыках можешь нам сказать? 14 сил им Элла может сказать, что у нее есть. Угу. Ну и в общем, что мы Элли тут сбор трофеев, конечно же, добавим. Почему бы и нет, обучения единица в ней. Интеллекта всего, это самое. Ну, добавим ей зоркость и добавим ей перевязку ран. Господи, почему бы нет. Угу. Катарина, поговорим с Катариной. О твоих навыках, Катарина. 15 интеллекта у Катарины и у ней, значит... Ну, упаковка, пятерочка и перевязка ран. И, значит, стрельбу из лука мы ей дадим. Готово. Неважно. Ага, Саманта у нас повысилась. О твоих навыках, Саманта. Саманта уже будет 16 интеллекта. И у нее тут есть хирургия, мы дадим. И первую помощь по пятерке. И тоже стрельба из лука и древковая. Все. Неважно. Леди Тамара, поговорим с Леди Тамарой. О твоих навыках, Тамара. 11 силы у Тамары. У Тамары 11 силы. Владение оружием. Или лучше владение щитом. Или лучше мощный удар. Или железная кожа. Мы дадим ей владение оружием. И значит мы ей будем добавлять древковое, древковое. Готово на твое снаряжение. Назад. Твое имущество. Твое снаряжение. Вот так вот. Я сделаю. Продолжим наш путь. Готово. И мы здесь сейчас возьмем, короче, в лагере. Отсюда сбросим тяжелые вот эти все эти самые. А тут возьмем ей вот это вот. Ладный доспех. Отряд. Где наша Тамара? Тамара, Тамара, Тамара. Жена Тамара. А, на твое снаряжение. У тебя ладный доспех. На, смотри. Классный ладный доспех. Если ты будешь классная девка. Смотри. Оба. Так, все. И доспех с нагрудником мы сбросим обратно в... лагерь, повозку с походным арсеналом. Вот туда вот. Все, назад. Продолжить путешествие. Все. Готово.
Так, ну а теперь нам надо выбрать следующую жертву. Следующую жертву. Кто у нас будет следующей жертвой? Я не знаю, кто-то должен отбиться. Там где-то проезжал Мандехлир, но он, по-моему, уже далеко уехал. Угу. Ну не будем мы гнаться за Мандехлиром, мы лучше отобьем кого-нибудь из этой орды саранитской. О, тут у нас Анава, а у нас 207 человек. Они гонятся за брачей. Будем отделять Ганаву с теми, кто его... Ага. Они как-то не очень хотят отделяться, они как-то все бегут. А всех их очень много, очень. Хамизана Баши, пустынные, разбойники. Очень много, очень. Очень много. Уходят, они где-то идут на княжество, там будут там где-то что-то грабить. Угу. Так, управлять гарнизоном. Северных пиратов отдадим здесь. Ну, значит, хиргитов, учитывая, саранидов продадим. Продадим саранидов. Пленных хочу продать. Саранидских мавериков, саранидских воинов, саранидских метких лучников и саранидских конных лучников. Готово. И значит, конный разведчик. Давайте, а, не, у нас, наверное, нету, некуда нанимать. Управлять гарнизоном, да. У нас полный отряд. Конные арбалетчики, охотники за караванами. Да, уйти. И мы, значит, что у нас там с вещами? Да, у нас есть что продать. Продать мы можем только, значит, сейчас... Торгую с доспехами. Давайте продадим торговцу доспехами все это. Не помещается уже. Оружие. 32 тысячи у него. Ну, продадим ему. Что-то тут. Какие-то шлемы этих. Так, все, назад. Вернуться. Уйти. Так. Им надо гнаться за этими самыми. За саранидами. Сейчас мы немножко побьем саранидов, а после этого тогда уже сможем осаждать их замки. Да. Вот они, сараниды. Вся банда саранидов едет. Едут они плотненькими рядами, не хотят отделяться. Ганава у них, наверное, этот самый. Эмирбилия. Угу. Вот это будет хорошо, если они сейчас на меня нападут, да? Да пусть их будет такая куча, ради бога. В чем дело? Все. Мы нападаем. Значит, здесь у нас Амдар. Здесь у нас Ганава и Радун. 36. 3 мамелюка, зато сранитских воинов 114. Здесь 16 мамелюков и воинов 4. Амдара самый слабый отряд. Нападаем на Амдара. Хуба. Они присоединяются. Мы снова встретились. Так, мы там случи. Так, Амдар, сдавайтесь. Атаковать противника. Моих 213. Их 314. Конница, значит, сядет верхом. Конные стрелки тоже сядут верхом, потому что, скорее всего, они заспаунятся. А, значит, тяжелые стрелки будут за мной, за мной. За мной, за мной и за мной. Да, не очень хорошая, не очень мне нравится. Это самое местечко, в которое мы ввязались в битву. Ну ладно, что же сделаешь. За мной. Ну, Даниэль уже оглушил Эмира Ганаву. Это хорошо. Вот так, вот здесь можно
значит, поставим наших лучников, пусть они будут держать позицию, обороняться. Да, 114 воинов и куча номеров, это, конечно, серьезно. Тамара нам помогает с ними справляться. Это идут девки со своими стрелами, мечами. Порежут их на куски. Косой там свои размахиваешь. Косой. Косой размахивает косой. Да сон оглушен у нас. Так, где же они спавнятся? Надо глянуть, где спавнится, чтобы не подставить своих лучников под их спаун. Эмиру оглушили. И это плохо. Эмиру надо переодеть. Эмиру надо переодеть и посадить на бронированную лошадь. Эмира не будет у нас с этим самым лордом. Поэтому ее надо прокачивать в полный рост, как только можно. Одевать, обувать и все остальное. Так что, с кем там воюют наши девки? С кем-то воюют? Понятно, с кем. Так, где-то они заспаунились, непонятно где. Так, а, вот тут они впереди заспаунились. Значит, мы девок переводим сюда, вот, сюда, вот, вот здесь. Вон они где спавнятся. Нет, пока пусть девки там стоят. Пока что сильно спавнится конница. Да. Тамару глушили, собаки бешеные. Красивые саранинские лошади, бронированные. Так, где вы там есть, девки? Где они будут дальше спауниться? Ага, ну значит сюда идите, здесь будете воевать. Сейчас я их здесь выставлю где-то. Позицию, ну, тут. Это уже спавнились законные воины. А, не, это еще эти самые. Владельцы лесного круга. С такой какой-то суматошной битвой надо, наверное, их все-таки послать в бой. Наверное, давайте. Ух ты, их уже перебили. Давайте атакуйте. Их уже перебили, пока не двигались. Всех ранили. Елки-палки. Вот я прозевал. Тяжелых стрелков своих. Эти ребятки с дубинками. Да, они серьезные, эти ребята. Вот, ну, какие там у них. Морские налетчики с топорилами, тут все что хочешь. Да. Пехота серьезная, вот эти вот воины у них серьезные, ребятки. Сыра
Саранидов? Нет, сараниды это не эти самые, не те сараниды, которые в этом, как его, в нативе, которые действительно там полудохлые, там какие-то в халатах мужики бегают, там такие, как, типа эти домохозяйки с этого, с кухни вырвались. Здесь сараниды серьезные, ребятки, ну они наносят серьезный урон. Гвардейцев вон оглушают, кашу оглушают. Еще не поубивали моих гвардейцев. С них-то ничего не возьмут, никакие гвардейцы. Поэтому надо делать тяжелую пехоту, ой, тяжелую конницу рыцарскую мне свою создавать. Но я их не могу создать. О, а, гвардейцы с округа. На, вот эти все. Но я не могу их создать, потому что у меня не хватает для них, будем говорить, снаряжения вооружения. Там может на одного, и то, не, на одного даже не наберу. Но мне надо, короче, их создавать, да. Тяжелую конницу, рыцарскую конницу надо создавать. Пехота. Тяжелый пехотинец. А их уже всех поглушили. Вот я прозевал. Тамарина лошадь тут неприкаянная бегает. Собаки такие взяли, там мало глушили. Заспаунились. Их нет. Бандиты какие-то у них есть. И кто это такие? Они лучники. Перейти на такую, их хоть и много, но... Да, встань ты от меня, бежи сзади, придурок. Сейчас я разберусь с вами. Где моя секира? Ну так, эй, тебе, секира. Арбалетчиков что-то не вовремя, наверное. Свадийские арбалетчики. Сейчас забью. Блин. Этот Людолу меня спас. Ух ты! Как он проскочил. А, вон он у меня сзади. Норский лучник бронированный. Стопорилось. Так, нельзя мне. Побеждаем, конечно. Неинтересно уже, меня забили. Очень хотелось топором помахать, но такое дело, что ж ты сделаешь. Бегать без лошадей. Сказал же садиться на лошадей. На верблюда садитесь. Снит лошадей. Все, он взял и ранил, а он на лошадь не сел. Тамара на лошадь стоит, не садятся на нее. Садись, придурок. О, все. Сел на Тамару на лошадь. Норды, у них откуда-то куча нордов. Ну, где-то из плена освободили. Воевали с нордами. Норды собаки такие, а.
своими топорами. Упорные ребята. Бронированные лучники. Может, гвардия заспаунилась там. Благородные гвардейцы, я же говорю, это тебе не шутки. Решают. Благородные гвардейцы. Гвардейцы лесного круга решают вопрос. Вот убили гвардейцы лесного круга. Надо все-таки ехать по с этим самым, по хиргитским, по нурским, по вигирским деревням. Набирать гвардейцев. Набирать. Гвардии у меня немного. На длинную войну со свадами даже не хватит. Я благородных гвардейцев, конечно, не могу в каких-то деревнях набрать. Понятно, что благородных гвардейцев в деревнях не водятся. На то они и благородные. То свою личную гвардию я могу набрать. В деревнях. Топорил нам было доставать, дурачок. Норский дурачок. Ну, смотри, зараза такая, а? Что и дубинка эта металлическая. Сараницкая металлическая дубинка. И всего 6 человек, этих 7 благородных гвардейцев. И они решают. Вот так. Ну что ж, я же говорю, свадийский рыцарь это серьезное. Короче. Ну и у Радока вот эти, как они там, благородные, эти Радоки, как их там называют, знатные конные Радоки, тоже серьезные ребятки такие. Так, все, мы победили. Победили, и значит продолжить. У нас тут всех раненый. Ого, и мы тут ух их тут набили. Ранено 255 человек. Продолжить атаковать противника. Их там 5 противников. Значит, да. Вент тоже поедет, будет атаковать целых 5 противников. Каких-нибудь 5 самых, которые сбежали. 5 мамилюков. Ну шо, убили уже какие-то бедуины, да. Все, ну да, можно радоваться, победа Ганава. Да ладно, иди, уже сколько же я тебя буду отпускать. Все, ну, Лямдар. Ну ладно, иди уже, отпускаю. Так, мамилюки, воины, всадники, арбалетчики. Меткие лучники, конные лучники, тяжелые арбалетчики. Ну и все дальше, северный пират, тяжелый арбалетчик, тяжелый копейщик, свадийский меткий арбалетчик. Тут еще есть, норские бронированные лучники есть. Ну тут, что тут, всадники, бандит, конный бедуин, горец. Бандита возьмем. Все, готово, доступ. Вернуться, доступ к вещам. Ну что тут доступ к вещам у нас? Что, к чему мы можем доступиться? Ладные сапоги у нас есть, и шлем с тюрбаном. Остальное все такое, что будем продавать. Ну, сараницких боевых лошадей, арабские скакуны, ну и такое. Нам уже не надо это все. 33.
Короче, я их разгромил, и я еду назад в Шарис. Да. Ну, я думаю, что я достаточно отомстил за ограбление деревень. Ну, в общем-то, уже надо готовиться к длительной экспедиции. Я потерял достаточно много людей. Я его на самом деле потерял? Да нет. Фига я не потерял. 8 человек только убитыми. Так, всю таверну продадим пленных. Сразу, не думая, не гадая. Так. Этих вот ребяток мы посадим в тюрьму. Это будут пленные, которых мы будем эксплуатировать. Так, леди Тамара у нас перешла. Конный арбалетчик, конный воин. 210 человек. И, в общем, я, значит, на рыночную площадь торгую с оружием. Ну, торговать оружием я не буду. Не буду я здесь торговать оружием. Значит, я сейчас все равно буду ехать в сторону Свадьи и заеду в этот самый, в тренировочный лагерь. И там все это маркетан продам. Все. Управлять городом. Город не содержит улучшений. Будем строить тюрьму. Продолжить назад. Молли посчитала, что нам надо заплатить 5200, и сколько-то там, черт его знает, сколько дней будет строиться тюрьма. Так. Ну, все, все. Уходим. И здесь, значит, отряд, и мы здесь. Айден. Поговорим с Айденом. О своих навыках, Айден, расскажи нам. А, значит, мы тебе дадим 16 силы. Владение щитом и одноручное готово. На твое имущество. Тут есть еще куча говядины, которую наши люди будут есть, упорно жевать. Вчерашняя говядина пусть пока будет. На это все я продам в этом самом тренировочном лагере. Неважно, Айден. Леди Тамара. Поговорим с леди Тамарой. А, значит, о твоих навыках, леди Тамара. Мы им дадим ей 12 силы. И это, наверное, будет пока что предел той силы, которую мы ей дадим. Дальше мы будем качать уже и ловкость, интеллект, харизму и все остальное. И, значит, поэтому мы ей дадим мощный удар. И будем древковая. Стрельба из лука, стрельба из арбалета. Ей пока что не интересно. Готово. Все. Отдыхай, Тамара. Я бы ее, конечно, не трогал бы. Отправил бы в город, пусть бы там стояла себе, как пришитая на месте. Ну, мне надо ее быстренько прокачать. Быстренько прокачать, потому что как только я начну создавать свое королевство, она будет одним из лордов этого королевства. Но это я потом покажу, увидеть. Так, ну вот и все. Сейчас мы будем потихоньку двигаться в сторону Свадьи. Да, в сторону Свадьи. Потому что нам надо создавать рыцарскую конницу. У нас здесь есть, по-моему, управлять гарнизоном. У нас здесь где-то должен быть баши. Или там у нас баши. Я не знаю. Но здесь, по-моему, баши нету. В гарнизоне. 8 шкиперов, 2 хозяина каравана. Ну, это тяжелая конница. Не рыцарская. Рыцарская конница мы создаем только из баши. Больше всего подходят. Наверное, можно из этих самых, и из атаманов, ну, создавать конницу рыцарскую. Но атаманов нету. А баши, по-моему, у нас есть. Поэтому надо, сколько-то там командир отряда есть. Хорошо, кишектены есть. Вирские, свадийские, тяжелые всадники есть. Можно было бы, наверное, взять сводов. Это заберем, наверное, сводов. Тяжелые всадники. Конные стражи есть.
подъемники. Готово. Уйдем. Отряд. Говорить. Как насчет того, чтобы служить мне за деньги? Он соглашается. Удивительно, да? И вот здесь, значит, где-то тут между гвардейцами личного круга и людоловами. Так, вот это все, что мы сейчас... Нет, наверное, мы все-таки поуправляем гарнизоном. И, значит, у нас тут гвардейцев личного круга аж 14 человек ранено. Людоловов аж 10. Поэтому мы оставим этих 10 людоловов, а возьмем тех ребят, которых мы там заметили. У нас есть здесь, значит, конные стражи, тяжелые всадники. Вот. Мы возьмем Кишиктен. Возьмем Кишиктена, пусть будет. Пусть катается. Что будет болтаться? Тут без дела. Так. Уйти, отряд. Говорить. Стать наемником. Все прекрасно. Он хочет стать наемником. Где-то ниже конного наемника пусть будет. Так, ну вот и все. Значит, дальше мы будем уже все-таки двигаться в сторону свадьи, потому что нам нужен ихний лут. Так. Пока отсюда уехали все эти, как их, сарониды, пусть и там с ними воюют другие вигирские лорды, а мы поедем здесь и будем здесь, значит, где-то в районе Дерима, может, тут сюда, к Суну, к Кшалу, будем искать свадийцев, будем биться со свадийцами. Так, но это все будет уже в следующем видео, да. Ну, а пока что все.